Отопительный сезон в Севастополе обещают начать уже 16 октября. Об этом сообщил директор Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов. По его словам, отремонтировано 116 котельных, 52 центральных теплопункта и 556 километров теплотрасс. Устранены все порывы в наружных теплосетях. Предприятие «Севтеплоэнерго» обеспечено топливом на всю зиму и готово приступить к поэтапному запуску всех котельных уже 10 октября. Переход к регулярному отоплению зданий всех назначений произойдет не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или при метеорологическом прогнозе о резком понижении температуры воздуха. По ночам котельные уже протапливают 5 объектов социальной сферы. Михаил Тарасов отметил, что вся инфраструктура готова к отопительному сезону на 98%. 98%, надеюсь, что запуск сезона, запуск тепла не подтвердит другие цифры и прогнозы.